О самоцензуре в американских университетах рассказывают политолог и правозащитник Владимир Буковский и советник Рональда Рейгана по СССР и Европе в Совете национальной безопасности США Джон Линчевский. Из книги Владимира Буковского «Московский процесс», издательство «МИГ», 1996 год. Большинство этих агентов влияния не были в буквальном смысле агентами КГБ. Просто кто-то распространял советскую дезинформацию из идейных соображений, кто-то выплачивая, так сказать, старый должок этому ведомству или наоборот ожидая некой ответной поблажки, услуги, а кто-то и вовсе не ведая, что творит. Ведь часто нужная КГБ информация была одновременно весьма интересна вашему конкуренту, завистнику или просто склочному человеку, а задачей КГБ оставалось всего лишь подсунуть ее такому заинтересованному лицу. Да мало ли какие возникали сюжеты. Скажем, большинство западных специалистов по России, советологов, славистов, оказались в зависимости от режима просто в силу того, что им необходимо было время от времени ездить в СССР. Без этого специалист в здешнем академическом мире не считался за специалиста. Любой мог бросить ему упрек в том, что он дисквалифицировался, оторвался от действительности. А возможность туда поехать плотно контролировалась в те годы Лубянкой. Из выступления Джона Линчевски, основателя и президента Института мировой политики в Вашингтоне и главного советника президента Рейгана по Европе и США в Совете национальной безопасности 8 сентября 2017 года. Профессура в Соединенных Штатах не касалась определенных тем во время Холодной войны. Они не писали о советской армии. Они не писали о нарушениях прав человека в СССР или о советской тайной полиции и разведслужбах, КГБ. Почему? Потому что если бы они начали это делать и рассказывать хотя бы минимальную часть правды обо всех этих вещах, то Москва не дала бы им в следующий раз визу, и они не смогли бы поехать в страну, в делах которой они считаются экспертами. Их все равно бы там ни к чему не допустили, но тем не менее они хотя бы были способны по возвращении сказать: «Я только что вернулся оттуда, и поэтому я знаю, как там обстоят дела». Что на самом деле фальшивый аргумент, которым пользуются всякого рода бродячие ученые-мужи. Китайцы делают то же самое, поэтому и наша профессура продолжает делать то же самое. У меня есть огромная полка с книгами о КГБ и его подрывной деятельности и дезинформации, о его шпионаже и тому подобных вещах. Практически ни одна из этих книг не написана американским профессором. Их пишут сотрудники разведки, вышедшие на пенсию, журналисты и перебежчики. А профессура не пишет на эти темы, и до их аспирантов вскоре доходят истинные причины этого. О, нам тоже лучше не писать ни на какую из этих тем, иначе нам не дадут визу, и мы не сможем проводить работу в Советском Союзе. Только теперь вместо Советского Союза – Китай. Это управление восприятием, и оно имеет развращающий эффект.